Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Купите билеты на розыгрыш призов. Это мы сделали. Так, ежедневные тут у нас. Потратить еду, собрать моды, совершить сделки. Вот, кстати, сделку надо совершить. Сделочку я с удовольствием сделаю. Так. Ага, переливание, так я и буду тебе менять. Самому нужно. Вот это вот можно на 40 тысяч. Гейзер как бы мне не особо нужен. Так что не жалко отдать. Райская лагуна. Это я оставлю. Райскую лагуну я, пожалуй-ка, оставлю. Так, монеты где-то не катит. Так, ну что, юрский парк. Заглянем. Ну что у нас тут есть? Где излишки? Покажите мне, пожалуйста, излишки. О, афиакадон. Или что? Или лучше нам потратить. Так, шунозавр у нас, кстати, есть, которого надо вывести. Эй, это раптор. Вон, вот кого надо отдавать. Все, на 100 баксов я его меняю. Совсем другое дело. Так, ребят, выполнил я это задание. Дальше нам нужно что-то сделать с едой. Потратить хавчик. Так, у нас еще тут что-то созрело. Опа, 37 тысяч еды забрал. Забрал. Ну-ка, подожди. У нас, кстати, вот здесь что-то созрело. 4 дня еще будет выводиться. Но зато этот готов. Давай. Леоплевродон мы его поместили. И также у нас новенький. Да, ребята? Эоламбия. Куда тебе, парень, поставить? Сюда, наверное, пока. А вот он, Эоламбия. Так, забираем тут награды. Закончено. Написано, событие закончено. Так, у нас, кстати, здесь что-то ставилось же, по-моему, в плане. А почему нету? Зашибись. Я же тогда заказ здесь делал. Лично. Зашибись. Ну что ж, пришлось все заново выставлять. Я не знаю, почему они отменили мои заказы. Так, здесь у нас тираннозавр мод 2. А результаты плохие. Ну что ж, продолжим тогда. Слушай, и, наверное, я поставлю выводиться еще двух. Это у нас шунозавр. Я, насколько помню. О, леоплевродон, еще один, кстати. Дай-ка я его, наверное, тоже поставлю выводиться. Леоплевродон, он нам пригодится обязательно. Все, 2 дня, 3 дня. То есть приличное количество времени придется на выводок ждать. Ну, а мы пока посмотрим, что у нас тут по событиям. Так, денежная борьба. Чудовище глубин. О как. Так, ребят, чудовище глубин, наверное, я буду проходить. Сумчатый лев, блин. Вот сумчатый лев мне нужен, ты понимаешь? Я вот хочу его все получить, но все никак не выходит. Так, плотозавр, тринакромерум и кайвике. Ну что же, приступим. Для начала я возьму Арамализавра. Сюда я возьму, наверное, Зуходуса. А против Кейвакея, ну, в принципе, здесь можно взять Архилона. Ну что, поехали. Будем смотреть, как у нас сейчас пойдут дела. В гору или нет. Сразу начну с атаки. На, Плотозавр, получи. Он, наверное, будет меняться сейчас на тринакромерума. Пока выговоришь, да? Язык сломаешь. А ну-ка. Сделаем вот так. Ах ты, жук-то навозный. Ах ты, жук навозный. Вот так он решил сделать. Меняется. Упс. Но он и не стал атаковать. Атаковать он не стал. Давай-ка я сделаю вот так вот.
Мне очень интересно, что он сейчас сделает. Поменяется или нет? Он решил атаковать. Что, ребята, скорее всего, я его сейчас ушатываю. Раз, два. Где-то вот так вот надо сделать. Сколько много я ему, блин, очков тут слил, а? Плотозавр. Четыре тратит. А четыре потратил, два, значит, у него осталось, да, получается? Попробуем так. Вырубил. Тринакромерум. Неужели он все сольет? Почти, ребята, все сливает. Ну, короче, Зуходус его должен сейчас... Да, он его уничтожит. Тут он его уничтожит на изи. Давай, родной. Вот так вот, быстро и легко. Так, ну что, мы двигаемся дальше. Это был только первый поединок. Переходим плавненько на второй. Значит, Кивике, Генодус и Гауфианзавр. Против Генодуса я, наверное, сразу возьму... Можно, конечно, Артакантуса взять. Против Гауфи возьму... Блин, а кого взять против Гауфи? Ну, Банана Гломиуса тогда придется. Погоди-ка. А, ну они же вдвоем. Так, а против Кивике мы возьмем Кранозавра. В принципе, вот так вот мы и победим. Должны победить. Сразу сделаю атаку. Ну что, Генодус? Понятно. Я тебя прекрасно понял. Я тебя прекрасно понял. Ну давай. Меняется, опять меняется, ты посмотри, а. Блин, банан-гномис может его снести вообще к чертовой бабушке с двух тычек. На. Кайваке. Ё-моё, вот здесь вот плохо будет. Ну что, ему две надо снять. Раз, два, три. И вот так вот сделаем. Посмотрим. Что же ты сделаешь, а? Паршивец ты такой. Он абсолютно ничего не стал делать. А у нас классовое преимущество потом будет. Перед этим, да? Да, будет классовое преимущество. Раз, два, три, четыре. Вот так я сделаю, посмотрим. Вырубаем Кайвакею. Генодус, 7 очков действий. 3 сливает, 4 оставляет на потом, да? 4 оставляет на потом. Я рискну, друзья. Твою налево. Он меня сможет уничтожить? 4 на 200. Попытка. Все. Я не знаю, ребята, у него был шанс меня завалить. Но он его почему-то не использовал. Странный, конечно, чувачок. Так, ну что, у нас последний поединок сейчас будет. Поехали. Ну, здесь мы сделаем, наверное, немножко по-другому. Возьму Хайнозавра. Здесь я возьму Генодуса и Артакона. Все разные и все как раз, ребята, с классовыми преимуществами. Начну с атаки. Ну что, Артакантус, что ты будешь делать? Меняется, конечно, меняется, ребят. Умонозавр. Вот на кого он поменялся. На Умонозавра. Смотрим, что он сейчас предпримет. Он опять меняется на Эдестуса.
Берем Генодуса. И, наверное, атакуем по полной. Так, распетрушили. Вылазит умунозавр. 4 очка действий. Мне кажется, он ничего не будет делать. Блин, ты посмотри, а. Нежданчик, конечно, это был сейчас. Раз, два. Раз, два. Прописывай ему. Ну и Артакантус. Последний на сегодня шитик. Давай, хайнозавр. Все у нас получилось, как мы хотели. Классовое преимущество. Все отлично. Ну что, ребята, мы это событие с вами одолели. Очень даже хорошо. Так, ну теперь колесо призов, которое, как всегда, невезучее для меня. Правильно. Дают какого-то пастозуха никчемного. Просто для меня это никчемный пастозух. Так, ну давай смотреть дальше, что у нас еще здесь есть за события. Водная волна. Кайнезойское бегство. Что-то новенькое, друзья. Что это за кайнезойское бегство? Победить противников. 9 штук. Ах, вот оно что. Ну, я не знаю, здесь вряд ли, ребята, у меня получится выиграть в этом кайнозовском. А вот водная волна. Ну, что тут у нас? Водная волна. Победить 9 противников. Это, блин, тоже не смогу, потому что всех водных я отыграл. То есть я могу только пойти вот поиграть в денежную борьбу. Да, в денежную борьбу. Твою налево, ну ладно. Раз. Ты жесть какая-то, что за бизон это тут против меня, а? Раз, два. Три. Давай рискнем своим здоровьем. Посмотрим, что у нас из этого, блин, тут получится. Метриолонг. Кого он там берет? Топиалозавра? Пам-пам-пам. Так, подожди. Проверочка. Не прошел я, походу, проверку, друзья. Сейчас нундагозавра. Нет, живем пока. Ну что, попробуем по полной? Или как? Давай попробуем. Смотри, что творит, а? Он сейчас поменяется, скорее всего. Нет, не стал меняться, он, короче, атаковал меня. Раз, два, три. И вот так вот. Допустим. Да ну куда такие атаки-то, ё-моё, 889, ребят, ну все, это фейл. Это чистой воды фейл. Давай так попробуем. Угу. Неудачный был вариантик. Он ничего не стал делать. Раз, два, раз, два. Так, смотри, что он делал. Две, да, потратил? А если я сделаю так вот? Да ебарсы-то, ну какого фикуса-то, блин? Раз-два, раз-два. Твою налево, он 2 очка действия взял, ребят. На метриолонга. Все, я проиграл.
6 атак сделает. Мне здесь не дано выиграть, к сожалению. Слишком крепкий враг. Нет, если бы я взял бы диплотатора, возможно, да, можно было бы здесь сыграть. Но ведь я же не взял диплотатора. Я же пожадничал. 3 волны, блин. У меня нет столько много мощных динозавров, друзья. Просто нету. Пошел я делать, наверное, ежедневки. Так, значит, что у нас там? Так, ежедневки же у нас уже в другом месте. Я все время забываю. Значит, что нам нужно? Потратить еду, открыть наборы карточек. Моды. Я даже наборы карточек не смогу открыть. Хотя вот здесь есть один. ДНК, деньги и несокрушимость. Все, бесплатного больше у нас ничего не осталось, к сожалению. К сожалению, день рождения только раз в году. Так, ну что, потратить хапчик. Давай посмотрим, кого мы можем прокачать дальше. Так, наверное, лучше вот сюда зайти и глянуть. Слушай, даже... Подожди-ка. Мы же с тобой Леоплевродона, да? Можем прокачать. Вот он. Вот он, родной. Вот и все. Так, 10, 2. Это уже получается 20 уровень. 20, 20, это уже 30. До 30 уровня мы его прокачаем. Открыть набор карточек, собрать моды. Так, один мод нам нужно собрать. Ну что, давай попробуем. Авось повезет в редком моде. Так, вмешательство отключает вражеский мод. Тут тоже забираем. Так, ну что, теперь использую ускорение еще использовать. Ё-моё. 60 ДНК. Как много. Использовать ускорение. Я не смогу этим воспользоваться, ребят. Это денежная борьба, блин. Чтоб ее, а. А что если я сделаю вот так? К примеру. Вот так. И вот так. Давай посмотрим, что у нас вот из этого может вообще получиться. Будет меняться или как? Он атаковал. Раз, два, три. Твою налево, блин. 3 Атродон. 2 атаки ему в любом случае придется потратить. Ну, допустим. Так, 1600 и 800, 2400, да? Вырубаем. Так, топилозавр. Блин, 4 очка действия, а? 4 очка действия. И 2 он оставил себе на прозапас, получается, да? Раз, два, три. Вот так вот я попробую сделать. 6 очков. Интересно, ему, если он сейчас все влупит. Нет, он не все любит. Ну что, распрощаемся с ним тогда. Потому что сейчас я его выношу по полной программе. Потозаврик красавчик. Вырубил его. Так ему и надо. Ну что, показывайте мне следующих наших врагов. Кто там у вас будет? Уйнай Ринг, Крутозавр, Крутозавр. Блин. Ну, Уйнай Ринг, это понятно. Его можем вон спинораптором. Это тут. А вот против Крутозавров.
Сколько ты стоишь? Блин, 119 на откат. Эх, Эдиморфодона тогда возьму, наверное. И Птеранодона. Да? Хотя лучше какого-то травоядника взять, нейтрального. Кто у нас? Анкилодок. Блин, он все равно сильнее, чем мой анкилодок, хотя уровень одинаковый. Ладно, шиш с ним. Давай сделаем так. И нужен нам еще один летунок. Пускай это будет, наверное, все-таки... Пускай это будет все-таки у нас вот так. Эх, глупость, наверное, сделал, ребят. 1100, мы можем сразу его атаковать. Давай я так и сделаю. Этот Уинаринг. Он сейчас будет меняться на Крутозавра. Я в шоке. О! Он еще и пробивной делает. Давай-ка я поменяюсь. Вот так вот сделаю. Посмотрим. Поменялся, да? И тоже атакует. В общем, этому крышка. Этому, ребята, кранты. Сразу говорю. Раз, два. Вот так вот сделаем. Крутозавр, конечно, завалит мне спинораптора тут однозначно. Но дальше будет Эдиоморфодон разбираться. Так, Эдиоморфодон. Ему нужно сделать три атаки. Раз, два, три. Почему три? Потому что, ребята, он наверняка взял защиту, да. Как так-то? Ну ладно, он слил, короче, все здесь. Ну, здесь уже будет намного проще. Во-первых, мы с тобой делаем одну атаку. Раз, два, три. Даже вот так вот сделаем. Поехали. Этого крутозавра вырубили. И смотрим теперь, что дальше получится. Ты сейчас серьезно? Ты даже не стал атаковать? Рискую. Я! Yeah. Победили. Да, друзья мои, риск это такое вот дело непредсказуемое. Можно выиграть, а можно проиграть. Я рискнул и, слава богу, выиграл. Ну что, последний поединок смотрим. Фига. Аж вдвоем тут. Стегоцератопс. Давай, у меня будет Раджастега, например, здесь. Таникал Нагриус. А вот против Спинатозуха кого взять? Так, что ли? Так. Так, и вот так. Поехали. Ох, сейчас будет трэш. Ох, сейчас будет трэш. Сразу возьму, наверное, бонус. Так, он меняется. Давай, проверочка. Все. Поехали теперь его разносить. Так, 1760. Хватит же ему этого, да? Хватит, конечно. Стегоцератопс появился. 341 к атаке. Че я могу сказать? До свидания. Пока. Неожиданно. Я не думал, что в третьем поединке будет всего лишь два динозавра. И не особо мощных. Но я рад, что у нас получилось все.
Ох ты, ох ты, ох ты. 124 доллара заработал. Ёх, макарёк. А ты что хотел? Вот так вот, ребята. Мы теперь долларовые миллионеры. Ой, господи. Так, ладно. Что нам нужно сделать? Жить. Следующая награда. А почему мы не получили старую награду? Вот. Вот, видишь, еще 35 долларов к нам прилетело. Так, ладно, шутки в сторону. Давай смотреть. Значит, нам нужно с тобой использовать ускорение и принять участие в трех ПВП-сражениях. Плюс канозойка. Да ты успокоишься ты или нет, а? Так, три ПВП-сражения плюс канозойку. Я сейчас быстренько пробегусь. Возьмем так, так и вот так. Давай-ка. К сожалению, пока Смелодон у нас не вывелся, мы будем играть Тилокосмилом. Он тоже довольно прикольный чувачок, поэтому пускай стоит и радуется. Энталаракс, Эндрюсарс и гигантский олень. Энталаракс, он везде лезет, я вот заметил. Везде он. Вот сколько мы играем в последний раз в канозойку, он в каждой битве лезет. Достал он уже в корень. Давай, я возьму вот так. Рискнет, интересно, он меня бомбануть или нет? Рискнул. Рискнул паршивец меня бомбануть, а? А еще разок рискнешь? Так, мимо кассы, да? Сейчас я хочу кое-что проверить. Блин, этот будет сильнее против нас. Ну что, тогда я валю его, да? Поехали, все сливаем. Добитыш. Эндрюсарх появился. Ну, какая девчуля, смотри. Симпатяшка. Так, ну что, Эндрюсарх, давай, чем делай, соображай. Не, ну зачем ты берешь этого гигантского оленя? Кто тебе, блин, разрешал этого брать, оленя? Ай-яй-яй-яй-яй, как это некрасиво было, а? Как это было некрасиво. Раз, два. Поехали. В труху его, пожалуйста. На. Все, олень обделался. 755. У него любая атака больше, чем у меня, ребята, жизни. Сейчас все будет сливать. Поверь мне, все. Нет, гаденыш, вот как будто знает, что именно нужно вот так сделать. Хватит, как ты думаешь, нам пробить его? Если не хватит, мы сфейлимся. Хватило. Хватило. Так, ну что, друзья мои, победа здесь за нами. Паноктус победил. Так, ну что, тогда мы двигаемся далее. Приз любителя. Ну, ну. Твою наливаны. Эх. И еще разочек крутанем. Еда. Ну что, еда так еда. Что я могу сказать? Здесь забираем награду. Используйте ускорение. Что я за ускорение использовал здесь? Я что-то не понял. Вроде ничего такого здесь не делал, да? Могу вот здесь вот использовать ускорение, кстати. Оу, ты гляди-ка, что происходит. Ты гляди-ка, что у нас происходит. Так, ну что, остается две ПВПшки отыграть, и все, ребятушки, и все. Две ПВПшки, это для меня, знаешь, как съесть курочку на обед целиком. Так, а это у нас когда будет, Лига Детенышей?
Ага, через один день 18 часов. Ага, я попадаю, ребята, потому что завтра я отрабатываю крайнюю смену. Потому что вообще-то должен сегодня быть на работе. Но так как я сделал прививку от коронки, да, нам дается день. То есть сегодня рабочая смена, но у меня как бы выходной. А вот завтра я уже работаю, но зато одну смену. И потом у меня будет короткий выходной и две ночных. Так что я успеваю на это событие. На втором канале, друзья, будет новая серия по армии зомби 4. Я думаю, многие помнят эту игру. Ну, вы увидите, какие там нюансы, что там произошло, почему долго я не играл. Все вам там объясню. И вы увидите, какой там ждет трэш. Просто трэш. 2,5 часа игры. В общем, заходи и смотри. Так, ладно, что я хотел? Я хотел дальше продолжать. Мне нужно две PvP-битвы отыграть. Вот самый вопрос. А давай мы сделаем с тобой еще поединочек здесь. Раз, два. И три. Вот посмотрим. Вот Гастурнис, мамонт и шерстистый носорог. Конечно, если сейчас возьмет кто-нибудь пещерника здесь, то твою дивизию, какого лешего ты взял пещерников? Ну какого лешего ты взял пещерников? Ну это объясните мне, ребят, ну. Ладно. Что я могу здесь сделать? Давай вот так попробуем. Конечно, он будет сейчас меняться на вот этого. Как его там? Тадон, Тадон. Дипротадон, вот. Да ладно, я не верю своим глазам. Вот так ты, значит, да? Вот так ты, значит. То есть ты хочешь, чтобы я все слил? А если я не буду все сливать? Естественно, ребята, вот если бы я взял бы 3 атаки, да? Он бы взял бы... Он бы ничего не стал бы себе в защиту ставить. Я взял 2 атаки, он поставил 1 защиту. Это несправедливо. Меняет Дипротодон. Кстати, у него здоровья не так уж много, у этого Дипротодона. Ну, влупил, конечно, мощно. Дипротодон влупил, конечно, мощно. Раз, два. И вот так. Вырубим его. Вырубим. Архиофицион. 2 атаки будет сливать, наверное, сейчас. Скорее всего. 3, он все сливает подчистую. Ребята, это хорошо. Это очень хорошо, что он все слил подчистую. То есть, получается, нам нужно всего лишь раз, два. Раз, два, раз, два, три. Поехали. Так, Глиптодон, 716 хп. Неужели все потратит? Как думаешь, потратит все или нет? А вот и все, а вот тебе и крышка, парень. А вот тебе и крышка, парень. Глиптодон просчитался, ребята. Просто просчитался. И это круто. И это круто. Ну что же. Все очень даже хорошо. Так, давай заберем свой приз. $50 не стали мне давать, да? Ну-ка. Рулеточка, не подведи. Папулю. Хренушки тебе. Не подведи. Самый минимум. На, получи, говорит, и радуйся. Так, а что у нас... Я не все сделал? Блин, ну конечно же не все, Рэй, ну что ты, родной мой, очнись и пой. Тебе нужно еще сделать поединок. Кем? Без понятия, кем хочешь делай. Но ты его должен сделать. Тогда папа Рэй делает так. Берет Птеранодона. Берет он Карнораптора. И берет он... И кого он берет? Ёк-макарёк. Алангазавр. Блин. Ну, ничего лучше придумать не мог, взять алангозавра и специально ведь
Погоди-ка. Погоди-ка. Если два травоядника, то как раз эти ребята здесь будут. Ух, как в тему. А птернадона можно оставить, в принципе, на вот этого. Как тебя величать там? Как? Претродона. Претродон. Ага. Алонгозаврик, иди сюда. Видишь, как пробничек у меня. Нет, не будешь ты как пробничек. Блин, а я у него не заметил, что у него тут 30 уровня. Ё-моё, это же Гибритус. Гибритус везде побритус. Ёк-макарёк. Ну и что ты мне сюда вот это вот пугало вызволил? Скажи-ка мне на милость. Ну ладно, давай посмотрим, что он сейчас тут затеет. Ты серьезно? Ну, спасибо за доверие, конечно. Раз, два, 1200, да? 1200. Раз, два. Вот так-то и сделаю, на всякий случай. Потому что я не знаю, что это за стегоцератопс, наверное, скорее всего, да? Да, стегоцератопс. А, 275 хп. Не так уж, конечно, и мощно. Но все равно надо его шмяк-шмяк. И, кстати, лучше всего, наверное. Угу. Так, вжучить ему, не вжучить, как вот ты думаешь? Давай, наверное, его так вот сделаем. Проверим. Просто мне интересно знать, что он сейчас будет делать. Будет атаковать, не будет. Все сливает. Конечно, уничтожает нас. Конечно, ребята, вот тут уничтожение тотальное. Фух, ну а теперь тотально уничтожаем его мы. Раз, два. Вот так я сделал. Не будем слишком сильно рисковать. Пара за уралов. 138 здоровья. Все. Победа здесь за нами, ребят. Я уже авансом тебе гарантирую, что победа будет наша. Даже если он не будет ходить. Он не стал ходить. Я-то все равно скажу. Я-то все равно скажу, парень. Все. Рыка-шмыка отдыхает. Рыка-шмыка отдыхает. Ну что, победа за нами, ребята, как всегда. Никто даже, наверное, не сомневался в этом. Хотя я сам сомневался. Крутим колесо. Приз эксперта. Конечно, я заслуживаю только еду. И еще разок крутим рулетку. О! Вот это я понимаю. 100 бакинских. Как говорится, на бочку мне кинули. Так, ну что, забираю здесь награду. Жить. И, соответственно, самую главную награду. ДНК, 40 бакинских. И карусельки какие-то. Плюс 95 очков доверий. Круто, круче быть не может. Так, ребята, у меня денежка появилась. Почему я не могу заказать? Почему я не могу заказать себе на открытие территории? То есть 4 это максималка, что ли, получается? 4 это получается максималка. Хорошо, я тогда вот этот наш бедный райончик застелю чем-нибудь. Вы не против будете? Райская лагуна, 16%. Ну-ка. 16% это круто. Почему я больше не могу? Тут-то можешь? Можно. Их две штуки у меня. Такс. Что там еще у меня лежит? Летучая карусель. Ну это чисто. Чисто денежку будет приносить, поэтому. Где-нибудь, я не знаю, здесь что ли? Или где? Или здесь? Здесь, наверное. Блин. Вот тут.
Так, что у нас тут? Кольцевой картодром. Так. Битумная яма 7% дает. Давай битумную яму еще. Здесь, да? Может быть. Ладно, пускай будет здесь. Битумная яма. Ну и все, друзья мои. Я, пожалуй, на этом сегодня. Так, погоди. Закругляться буду? Ага. Конечно, я буду закругляться. Подожди секундочку. Мы же с тобой вот здесь вот ничего не поставили. На эволюцию. Где у меня шунозавр? Кстати, офиг... А, нет, офигамима не могу. А маргозавра тоже не могу. Кто-то говорил, у тебя есть. Ребята, у меня есть вот это вот. Но здесь нужно VIP быть. Чтобы я мог моментально... улучшить, как вы там писали мне в комментариях. Так, анкилодок тоже не может. Каритозавр. Тропиогоптер. Кецу я из принципа не буду. А что это у нас тут горит? Я могу что ли гибрид уже сделать? О, тихо. Точно, ребята, я могу гибрид сделать, прикинь. Слушай-ка. Давай. Фу-ху-ху-ху-ху. Ребята, у меня будет новый динозавр. Супер-пупер гибрид. Ну тогда придется вот этих вот тоже как-то прокачивать. Ага, тут за сотку. Начать эволюцию за сотку. Нет, я уже подожду. А сколько, кстати, ждать надо? Да ёк-макарёк, не успел ничего сделать. Сколько нам придется ждать по времени? 3 часа? Да это так мало. Но ведь, ребята, это получится только я его прокачаю до 10 уровня, да? Чтобы мне прокачать до 20, мне нужен еще один такой же, да, получается? Ну, 40 уровень и плюс там 1500 этих. Так же выходит? Суперзавр. Ну что, я пока никого не буду, наверное, делать. А суперзавр с кем гибрид у нас идет? Суперзавр с... Суп... Ага, тиранотитан. А у меня тиранотитан вообще есть? Есть. Так надо его эволюционировать, чтобы у нас получился супрано-титан потом, в конечном итоге. Ребят, напомните мне в комментариях, чтобы я не забыл об этом. У меня же память, как у девчонки. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Сам не рад этому. Так, тут... Этих тоже ребятулик, конечно, бы не помешало бы прокачать на самом-то деле. А то они как-то вообще... У нас вот именно... Так, это кто у меня? А, Дедикурус. Дедикуруса тоже. А с кем он гибридом становится? Ага, это получается с мегистотерий. А мегистотерий у меня, по-моему, и нету. Нет, есть мегистотерий. Тоже не про... Очень их много, и они все не прокачанные. Потому что мы делаем акцент больше все-таки на динозаврах. Вот, Депортодон у меня тоже хочет прокачаться. Но только не надо вылетать. Или зависать. Эх. Нет, прогрузилось. А, Саркастодон. Конечно же. Типа мишки. Его тоже можно было бы прокачать. У нас же есть еще один. Вывести. Да? Они у меня есть. Дедикурусы 2 штуки есть. А, так это за янтарь. Это за янтарь. Но янтарь у нас есть, слава богу. Ну ладно, ребята, это уже все в дальнейшем. В дальнейшем. Это у нас, так говорится, заготовки на будущее. Ну а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.